куда? Гривен 400 на карточке. Ну да. Скоро аванс будет. Деньги придут. Да, деньги придут. Входи мы быстрее, пока маршрутка подъезжает, как спеша. Мне необходимо, Жажа, та... Да и мне, вот сейчас она тоже мне неудобна. Тоже пусть там будет на весну. Лежит лето, весна. Сейчас пусть это будет. Это уже после, вот. Это со вторника. А что-то передавали на юге до плюс 15, еще думаю, ё-моё, на отопление. Глянь, в кофейне, глянь, все сидят. Ажиотаж какой, никогда не видал. В будни никого, вот, глянь, днём тут все пьют, разбивают чай. Чай, кофе, по телефону разговаривают. Давай обгонять. Пошли сюда. Я не против. Но это не новости. Не, серьезно. Блин, смотрю на траву, котельная, вид дыму. Вот ну, видишь, сабы дымок пошел. Поликлиники. Видишь, сабы дымок пошел. Значит, пока есть минимальная мощность. У нас раньше котельная была, на Первомайском заводе. Была. Мы тогда отдельно потекли, мы ходили, платили. К ним. Отдельно было, а потом даже по мне туда ходили. Это было с жильцами, вот туда, вот туда, вот туда, вот туда, вот туда. Потому что она относилась к Первомайскому заводу. В то время. Потом, когда это все было перекрыли, как говорится, прошла реструктуризация. Да, раньше Первомайский завод был таким, вот такие у нас сюда, здесь этот да. Район, и здесь это Галик, это же 9-этаж. Да, ну, снабжал. Вот это же банка, сейчас банка. Угу. Вот этот район. А потом мы их разделили. А потом завод накрылся, и это... Закрыли. Закрыли. И сейчас... Видишь, сейчас мелкий дождь, вот на минимальных мощностях. А потом надо добавить жару. Ну, нормально, он как бы наверное. Да. Давай, да. Крыса, я люблю классику. Я люблю классику. А классики много не бывает. Я такая, что плохая. Вот магазин пошел бы, там что-то было положить. Чтобы вместилось. Thank you.
что? Зеркальный, куда идем заходить? Да без разницы. Мисс, можно и туда, можно и... Мы не без разницы, куда? Ну, мы тут можем взять палочку колбасы и сосисек. И все. И больше нам ничего не нужно. Тогда зеркальный нам не надо. Тогда зеркальный нам не надо. Зачем нам ради колбас? Зачем тут ради колбасы нам идти? Выбирай. Короче. Быстрее.